повышенные кэшбэк и скидки в зеленый день на мегамаркете – самое сердечко. Покупайте куклу LOL Surprise всего за 899 рублей. Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Знаю, что многие из вас просили и ждут именно мотивацию на уборку. Поэтому у нас сегодня с вами именно такое видео. Ну а я начинаю свою уборку с уборки на лестнице. Протираю каждую ступеньку влажной салфеткой. Также протираю подоконник от пыли. На домиках, на подсвечниках вытираю пыль. Ну и, собственно говоря, на этом все. Влажными салфетками удобно собирать и какой-то сор, пыль, мусор. Вот, ну и просто протирать каких-то пятен ступени. Ну что, дорогие, у нас уже следующий день. Вчера собралась я наводить порядок, снимать для вас. Успела только помыть лестницу и проснулась Машулька. В общем, вот так, поэтому уборка моя тут же закончилась, съемка отменилась. Вот, но сегодня суббота, я накормила всех завтраком, Леша играет с Машулькой, а у меня есть время привести первый этаж в порядок, потому что здесь просто какая-то катастрофа. Нет, мне кажется, ни одного уголочка, в котором есть порядок. Поэтому, зная, что ждете мотивацию такую быструю, чтобы было много дел, с удовольствием исполняю ваш запрос и делюсь этим настроением. Порядок я сегодня буду наводить именно в гостиной, в столовой зоне и в холле. Хочу полностью разобрать все, что находится в комодах, в ящиках, протереть везде пыль, протереть везде плинтусы, вымыть пол. В общем, тщательная такая уборка. Ну и начинаю ее с того, что протираю подоконник. Кстати, окна тоже очень хочется помыть, но это точно не сегодня. Я что-то не настроилась сегодня еще и захватить окна, потому что, ну, это плюс час работы, наверное, точно будет. Но очень хочется еще снять и выстирать шторы. Но, возможно, руки у меня до этого тоже дойдут. Поэтому сейчас просто протираю пыль, протираю плинтусы, ну и мою пол. Вы знаете, что я всегда убираюсь такими небольшими участками. Вот, например, сейчас я буду разбирать зоны перед телевизором, наведу порядок в тумбе под телевизором, у меня там хранятся мои разные формы для выпечки, разная чугунная посуда, потому что она тяжелая, и, конечно, выдвижные кухонные ящики, не знаю, насколько выдержит ее, рисковать не хочется, поэтому она у меня хранится здесь. Там тоже наведу порядок, пропылесошу пол. Кстати, сегодня я тестирую новый пылесос, он мне пришел на обзор, и вот я первый раз им пользуюсь, тут разбиралась, как его включать, где резервуар для воды и так далее, потому что, ну, такой пылесос я вижу первый раз, у него две щетки, и как-то он трансформируется в обычный пылесос. Вот, но сразу хочу сказать, девочки, я, конечно, осталась просто в восторге от того, как он круто моет пол и пылесосит. Вот эти, видимо, все-таки две щетки делают свою работу. Ну, это, наверное, лучший пылесос в плане мытья пола. И он классно собирает сор и моет вдоль плинтуса, прям вплотную проходит. Вот, но я еще буду дальше тестировать, пока не скажу вам, что это за марка, какая модель. В общем, буду тестировать, смотреть, как он будет вести себя дальше. Но первые впечатления вообще очень классные. Протираю телевизор, протираю тумбу под телевизором от пыли. Тут у нас усилитель звука, тоже все протираю, протираю разные пульты от телевизора, от колонки, от смарт-ТВ, чтобы все было чисто. Возможно, немного странное хранение в тумбе под ТВ, а именно посуда, но, честно, я не знаю, где ее еще расположить. Мне кажется, именно вот такие открывающиеся шкафчики с обычными полками надежнее, чем выдвижные. Может быть, и с выдвижными ничего не будет, но я пока не рискую. Для уборки я использую средство от Майны Либо для детских комнат. Мне нравится, что его не нужно смывать, приятный аромат. Ну и действительно, если есть какие-то пятнышки, следы от пальцев, отпечатки пальцев, оно хорошо все это убирает. В общем, приятное средство, с удовольствием им пользуюсь. Ну и чаще всего я вообще протираю пыль, что-то вытираю, не используя никакие средства, просто влажная микрофибровая тряпочка. Мне нравится использовать тряпочку
беле, да? Тряпочка не оставляет никаких разводов, но исключительно положительно показала себя в быту. Единственное, она продается, насколько я знаю, и насколько мне попадалось, в одном цвете, вот в таком сиреневом. А мне нравится использовать, например, как в ванной комнате, так и на кухне, так и просто для общей уборки. Поэтому просто подписываю для разных зон, ну, чтобы не получалось, чтобы тряпочка из ванной комнаты кочевала на кухне, даже после стирки, ну как-то все равно, да, не хочется. Приехала моя доставка из магазина «Перекресток». Я уже все разложила, сейчас будем с вами смотреть. Во-первых, я заказала детям зубные щетки, потому что пришла пора их заменить. Взяла вот такие сплат и также взяла зубную пасту детям, вот такую «Рок». Также заглянула в раздел с акциями. Там была вот такая туалетная бумага по скидке, поэтому заказала ее. Заказала две пачки, кстати говоря, так цена получается даже выгоднее, нежели покупать одной упаковкой 8 штук. Бабушка просила меня купить ей Персил, поэтому заказала вот такой гель для стирки. И также по акции были вот такие бумажные салфетки Зева. Очень приятно, что в Перекрестке какие скидки и акции в магазине, такие же распространяются и на доставку. Наконец-то в Перекрестке появились наши любимейшие десерты от завода имени Пастухова. Вообще, что не пробую, у них очень вкусные. В этот раз взяла вот такое молочное лакомство, вот такую классическую картошку и брауни. Ну и наш любимейший зефир в шоколаде, вот такой вот классический. И с кофейным вкусом, кстати говоря, цены на эту продукцию в магазине «Перекресток» очень приятные. Ну и здесь у меня покупки по мелочи. В магазине «Перекресток» просто широчайший ассортимент, тысячи товаров. Есть и продукты питания, и товары для дома, бытовая химия, товары для детей, животных, сезонные товары. Поэтому я нахожу все, что мне нужно. Также заказала вот такую вот колбасу вареную «Мортадела». Хочу с ней приготовить завтрак. Сливочное масло «Рогачев», вот масло «Кхи», зеленая линия, масло топленое, я на нем жарю. Далее сыр «Бурата», вот такой вот тростниковый сахар и вот такие вот черри на ветке. Заказала чай «Гринфилд», он был по акции, и вот такие вот джемы, очень мы их любим, они, кстати говоря, тоже были со скидкой. Ну и по традиции делюсь с вами промокодом на скидку. По промокоду Гурьянова20 вы получите скидку в 20% на ваш первый заказ для новых клиентов. Ссылочку на магазин «Перекресток», а также мой промокод ищите в описании под видео или переходите, отсканировав QR-код на экране. Продолжаем здесь уборку, я уже вытерла пыль в нишах, там у нас находятся настольные игры, ну вот, которые играли последнее время, последние разы. Вообще, может быть, туда положить и всю коллекцию настольных игр, их очень у нас много, но пока они хранятся в комоде, в коридоре, который у нас выходит на террасу. Пока они хранятся там, возможно, сейчас наступает холодное время года, вечера проводим дома, я здесь организую хранение настольных игр. Вытираю журнальный столик, сначала просто средством для мытья посуды, ну а потом уже его протираю со средством для мытья стекол и зеркал. Этот столик у нас сейчас стоит в углу, а не рядом с диваном. Ну, во-первых, чтобы, когда Маша тут училась ходить, вставать, он никак ей не мешал у дивана, чтобы она не могла на него упасть. А сейчас он стоит в углу, чтобы Маша не залазила вот в эти вот ниши, она там встает, прыгает. Небезопасно, все равно хочется какую-то среду в доме сделать, ну, более-менее безопасной, чтобы можно было отвлечься на кухню, приготовить себе завтрак, еще что-то сделать. Поэтому, ну, вот по максимуму как-то стараюсь по мере ее взросления что-то откуда-то убирать, что-то закрывать, что-то переставлять. Вот, ну, я думаю, мамы все меня поймут. Теперь буду разбирать зону дивана. Сначала протру подоконник, тоже здесь наведу порядок, вытру все, и дальше уже буду мыть пол, протирать плинтус, пылесосить за диваном, ну, а потом уже перейду к самому дивану. You think I'm going crazy, but I'm not missing you. Oh.
теперь здесь чисто, можно опустить шторы, и буду разбирать Машулькины игрушки, они хранятся вот в таких больших корзинах под игрушки. Очень удобно, она сама с легкостью из них может доставать игрушки. Ну и туда удобно все собрать. Покидал и относительный порядок, особенно когда она уходит спать. Все равно все игрушки стараюсь, или там перед сном ночным, да, все игрушки стараюсь туда убирать. Ну, удобно. Сейчас нужно достать игрушки, которыми она играет редко, убрать их, оставлю только самые любимые, ну и плюс из которых уже выросла, тоже уберу. Ну и потом часть игрушек, которые у нас актуальны, я уберу, хочу убрать их в диван, чтобы делать ротацию игрушек, да, не так, чтобы они все были сразу одномоментно у нее во внимании, а так, что одними играем, другие убрала, потом меняю, те забиваются, потом, когда достаешь, появляется интерес, с большим интересом она играет, поэтому решила я использовать ящик для хранения в диване с этой целью. Никогда мы там ничего не хранили, но я думаю, почему бы и нет. С игрушками разобралась, игрушки девочек тоже убрала на место. Теперь снимаю чехлы с подушек и хочу я их постирать. Буду это делать, девочки, первый раз, ни разу я их не стирала. И тут что-то меня осенило, что они же на молниях, и их можно постирать, не нужно как-то там отдельно чистить специально. Поэтому сняла, буду пробовать. Хочу постирать с пятным водителем, с перкарбонатом. Ну, посмотрим. Надеюсь, они не сядут, и с ними ничего не случится. Вот, и также жду средства для домашней химчистки. У меня появился пылесос, ну, вот такая домашняя химчистка для чистки мебели. Хочу с этим средством попробовать почистить диван. Посмотрим, что из этого выйдет. А пока просто влажной тряпочкой смахиваю какие-то крошки. В общем, с детьми этот диван, просто его внешний вид оставляет желать девочке лучшего. Он весь в каких-то потеках, пятнах. В общем, надо его приводить в порядок. Конечно, вот когда девочки были маленькие, у нас был диван из Икеи, из кожи зама, вот там вообще все равно, да, хоть ягодами они могли мазюкать, и ничего нет. Протер влажной тряпочкой, все прекрасно. Текстильный диван в этом плане нет, и тем более, что у нас здесь обивка никакая там не антивандальная, да, что там пятна тоже с легкостью можно затереть влажной тряпочкой, ничего не будет. Поэтому буду смотреть. Если получится у меня самой вывести пятна, отлично. Если нет, то, наверное, надо вызывать профессиональную химчистку. Мне только каждый раз вопрос, как это возможно с Машей, потому что, ну, то есть, все равно же нужно ребенка изолировать, чтобы он просох, все равно там будут использовать какую-то химию. В общем, не знаю, посоветуйте. Как вы поступаете в этой ситуации? Ну, а я загружаю игрушки плюс оборудование для съемки. У меня там разные фоны, еще что-то там, штативы. И тоже то, что я не часто использую, тоже туда загрузила. Вот вспомнила, пока наводила порядок в этот раз про этот шкафчик, и думаю, что бы им не воспользоваться. Ну и вот смотрите, как уборка у нас проходит с Машей. Все, она уже играть с папой не хочет, соскучилась по маме, поэтому сейчас мы будем заниматься наведением чистоты и порядка вместе с ней. Ну, как это выглядит? Я что-то закладываю, она назад выкладывает. Я думаю, это просто стандартная история у всех, да. Если вы думали, что у нас не так, то вы ошибались. Поэтому я и стараюсь снимать что-то в тот момент, когда Машулька спит. Иначе это, ну, знаете, никакого смысла не имеет. Это мы будем с ней по кругу ходить. Я что-то делаю, она обратно все высыпает. Но в любом случае, зона дивана у нас уже тоже чистая, и я такими небольшими шажками продвигаюсь вперед. Сейчас буду протирать шкаф, где хранится посуда. И, кстати, видите, здесь нет никаких ни застежек, ничего. Маша туда не может, не имеет доступа, потому что я прям вплотную подставляю стульчик для кормления и блокирую колеса. Поэтому максимум только что, когда она ест, она может повернуться, рассматривать посуду, трогать ручками вот тут, да, стекло, дверки, но не более. Поэтому он у меня заляпанный такой, нужно его помыть, ну, потому что едим, да, Маша тоже пытается что-то сама кушать ложкой, ну, там что-то руками трогает, поэтому есть отпечатки пальцев Машулькиных. Я все протерла, помыла чистое, и сейчас уже буду
буду мыть и чистить ее стульчик для кормления. Вот я его прям вплотную пододвигаю, и все. Моя посуда в безопасности пока что. То есть она пока не смекнула, как тут можно что сдвинуть. Ну и плюс, видимо, из-за того, что нижняя часть глухая, он ее не особо и привлекает. Вот, детский стульчик тоже чищу средством от Майны Либы. Ну, чаще всего я протираю просто влажной тряпочкой после того, как мы поели. Но сегодня решила так почистить уже хорошенько, полностью его, все ножки, все-все-все. Кстати, стульчик у нас от Happy Baby, очень мне нравится, прям пользуюсь с огромнейшим удовольствием. И достаточно он вообще комфортный в плане ухода. То есть протер влажной тряпочкой, и он выглядит как новенький. Сегодня также протирая игрушки Маши, ее игрушки протирая просто влажной тряпочкой, потому что ну, она тут же бежит помогать, и сейчас мы с ней протираем этот домик. Вот, тут не столько пыль, грязь, но какие-то следы, все равно там ручками она может хвататься, когда ест там банан, печеньку, еще что-то. Поэтому тоже нужно привести домик наш в порядок. Ну и мне остается сейчас протереть наш такой а-ля камин самодельный, да, который Леша делал, вот эту зону, убираю весь декор, тоже все протираю, протираю свечи, аккуратно расставляю их в нишу. Я, кстати, девочки, предвкушаю тот момент, когда мы будем ставить елку и украшать дом к Новому году. Я вообще пока не знаю, что у нас из этого получится, как Маша будет реагировать на елку, на шары. Потому что, вот видите, допустим, здесь свечи стоят, я их вообще не убирала. Она, конечно, подходила, игралась, но, в общем-то, интерес пропал. Вот там, видели, тоже на журнальном столике стоит ваза с искусственными цветами, ну, потому что живые с водой я пока не рискую ставить, вдруг она все-таки проявит интерес и разобьет в таком доступе. Но к ним тоже никакого интереса не проявляет, поэтому есть где-то надежда, что к новогоднему декору, может быть, она там изначально, да, ей будет интересно потрогать шарики, мы с ним вместе все это потрогаем, но интерес пропадет. Плюс у нас елочка с имитацией натуральной хвои, да, там иголочки такие, ну, не колючие, но тем не менее, может быть, тоже будет не очень ей приятно туда совать ручки. Посмотрим, девочки, прямо интересно, потому что, честно сказать, я не помню, как у меня девочки реагировали на елку, ну, вроде бы, то есть мы каждый год ставили, и никаких проблем не было. После уборки дома я еще решила сделать тренировку, но, естественно, не какую-то силовую, а такую, которая будет служить заминкой моей активной работе. Заниматься я буду, как всегда, на своей любимейшей платформе FitStars, и занятие у меня будет максимально ленивое, вообще, видите, да, на коврике у дочки. А так как у меня сегодня активность была в виде уборки по дому, то я сейчас хочу сделать какую-нибудь растяжку, и вот выбираю. Я думаю, растяжка перед сном мне идеально подойдет. Еще на платформе есть курсы. Доступ к ним бесплатный, ничего доплачивать не нужно, но зато вы узнаете много чего нового. Всем известно, что на пути к красивой фигуре питание не менее важно, чем тренировки. А поэтому на платформе большой выбор разнообразных пошаговых рецептов с КБЖУ. Я сейчас буду тянуться, а вы обязательно приобретаете доступ к этой платформе, тем более, что по моему промокоду Гурьянова со скидкой 70% получается очень выгодно. Я рекомендую вам доступ навсегда, именно по нему я и тренируюсь. Ссылочку на платформу, а также мой промокод ищите в описании под видео. Девочки, ну а мы возвращаемся все-таки к нашей уборке. Расслабляющая тренировка будет после. Сейчас нужно навести порядок в зоне столовой. Я хочу это успеть доделать до того момента, как пойду укладывать Машульку спать. Сейчас она пока спокойно еще бегает, играет вот, с девочками, поэтому нужно быстро шевелиться и успевать. Вот она мне благо сегодня дает. Бывают такие дни, что ну, ты просто не отойдешь. Вот она будет за тобой ходить, знаете, такая на ручке проситься, за ножку обнимать, естественно, в такие моменты я ничем не занимаюсь, и ребенку нужно мое внимание. А вот когда она сама чем-то занимается, ходит с куклами, играет, коляски катает, все, у нее тут дела какие-то, ну, тогда действительно я могу отвлечься и заняться готовкой или уборкой.
Итак, что по плану у нас в этой зоне? Я сейчас убираю стулья, предварительно смахиваю крошки, какой-то сор, просто влажной тряпочкой. Дальше буду протирать подоконник, тоже там смахну сухие листья, протру подоконники, чтобы они были чистые. Плейсматы намыливаю средством для мытья посуды и упираю. Когда стол уже помой, будет чистый, тогда и их помой с двух сторон, верну чистыми. Далее нужно протереть плафоны над столом. Я, честно, уже не помню, когда я это делала, и ссора там скопилась. Ну, не ссора, а пыли достаточно. То есть, если раньше я могла одной влажной тряпочкой намочила ее и вытереть все 6 плафонов, потому что пыли как таковой там не было, то теперь вытираю 2 плафона и споласкиваю тряпочку. Ну, то есть, достаточно накопилось. With you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure. No, not like yours. Мою стол, стол мою средством для кухни, у меня от Биомио, и мою как саму столешницу, так и все по бокам, потому что, ну, дети там у меня где-то и карандашами нарисовали, и какие-то потеки от еды, в общем, нужно протереть было его весь полностью, в том числе и ножки, поэтому нанесла средство для мытья посуды, сейчас все смываю, ну и дальше уже буду пылесосить и мыть пол под столом. Ну что, небольшой перерыв в уборке. Время 20 минут второго. Я пошла укладывать Машу спать. Уложила Машу спать, в этот раз получилось очень быстро, иногда, знаете, бывает, гуляешь, ходишь, ней там 30-40 минут, она никак не засыпает, а бывает, что просто выходишь, и она уже сразу закрывает глаза, все, спать. Ну, а сегодня я минут 10, наверное, ее покатала в коляске, она уснула, а я продолжаю заниматься уборкой. Сейчас нужно, как я вам и сказала, пропылесосить под столом и помыть пол. Вот повторюсь, пылесос прям классный. Пока я снимала это видео, я кайфовала от его использования. Очень классно пылесосит и очень классно моет пол. Вот, ну, буду тестировать дальше. Плейсматы чистые, я их насухо протираю и раскладываю. Это Кюхенленд. Мне просто понравился цвет, а вообще аналогичных плейсматов очень много на маркетплейсах, посмотрите, но они там, конечно же, будут стоить дешевле. Наполняю салфетницу. У меня салфетница, тоже сейчас спрашиваете. Это Тогас. Мне понравился цвет, понравился материал, классный, но я думаю, тоже вот таких салфетниц декоративных можно найти много на маркетплейсах разных. Поставила вот эти лампочки, которые тоже многих привлекают внимание. Они заряжаются от USB, ну и когда вечер, прикольно их включать. Часто вижу такие в ресторанах, в кафе, поэтому решила приобрести и себе домой. Ну а я тем временем протерла плинтусы и сейчас буду протирать от пыли часы, нишу вот эту, ну и декор, который здесь находится. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I'll have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. Как видите, на нижней полочке ниши ничего нет, чтобы Маша ничего и не грохнула оттуда, поэтому она пустая. Протираю пылесос, но она вообще сюда редко подходит, почему-то она боится роботов-пылесосов. Я не знаю, с чем это связано, но как тут она обходит стороной, потому что если случайно задеть, да, робот-пылесос, он начинает возвращаться на базу, начинает шуметь, она как-то пугается, она вообще сюда особо и не подходит.
Так, ну здесь порядок, тоже протерла плинтус, возвращаю пылесос на место, протерла базу, теперь здесь чистота, порядок, и я буду двигаться дальше, девочки, уже буду заниматься холлом, ну а там просто сейчас бардак, стоят коробки от пылесоса, которые нужно выбросить, потом мне пришли поддоны для моей сушилки Зитри, чтобы в ней готовить йогурты, тоже сейчас нужно достать, все разобрать и попробовать, вот, ну и подушки нужно убрать, я их сейчас взобью и положу на диван, когда высох чехлы, чтобы уже надеть, а они были такие взбитые. Ну и плюс тут нужно вещи, которые лежат не на своих местах, разложить по всему дому, все это разобрать, ну и протереть от пыли. Еще я хочу навести порядок в этом комоде, лишнюю посуду, которая там хранится, достать, убрать ее, ну, потому что она здесь просто не нужна и не занимает места. На комоде навела порядок, все вернула уже на место, сейчас протираю его со всех сторон и буду уже разбирать внутри, как я вам и сказала. В выдвижных ящиках, вот в двух нижних, хранится опять же моя посуда, там разные баночки, какие-нибудь подставки под яйца, ну все керамическое хранится, то, что я вам показывала в видео с моей посуды, вот оно хранится в том числе и здесь. Ну, а в распашных шкафчиках здесь хранится у меня большая сковорода, которая не убирается в выдвижном ящике на кухне. Хранятся дополнительные контейнеры, хранится вот эта вот плита индукционная. Я ее приобретала именно для съемок, чтобы можно было, ну, красиво это, в общем, снимать, красиво поставить кастрюлю, что-то добавлять. Сейчас я ей пользуюсь редко, вот, но все равно, куда я ее дену, все равно она у меня здесь находится. Может быть, пригодится в ближайшие съемки, там, снимать новогодний стол, еще что-то. В общем, я ее приобретала именно для съемок. Так, ну и здесь у меня хранятся кастрюли Эмили Анри, керамические, потом чугунная посуда. Ну, я думаю, вы все сами видите. И все лишние какие-то формочки. Я сейчас это уберу. Полупустые бутылки с водой. Здесь хранится вода, которую детям даю с собой. Ну, просто в бутылках, да, покупаем. Что-то есть открытое, нужно выбросить. Ну, разные мелочи, которые нужно разобрать. Ну и заодно, конечно же, я протерла все полочки. Вот, и в чистый комод возвращаю все, раскладывая по местам. Под комодом тоже нужно навести порядок, поэтому беру швабру, достаю все. У нас здесь находится вот такая полусфера для того, чтобы держать баланс, и скейт, это дети дома тут катаются, но они просто, знаете, садятся, катаются, пользуются им не по назначению. Но мы все это убираем под вот этот комод, чтобы Маша не доставала и, не дай бог, там никак не повредилась на всем на этом. Сейчас буду отодвигать комод. Там тоже протру плинтус, пропылесошу, промою пол. И вот заднюю стенку этого комода тоже протру, потому что там и пыль какая-то, паутина, ну, понятное дело. I know it's nothing.
so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Ну что, наша уборка выходит на финишную прямую. Сейчас разберу коробку. Здесь еще остались какие-то аксессуары от пылесоса, щетки, фильтры. Нужно все это достать. Я достаю параллельно, рассматриваю, что это такое. Потому что, повторюсь, первый раз у меня такой пылесос, который и отдельно что-то моет, и отдельно пылесосит. Я еще буду разбираться, смотреть инструкцию. А все достаю, чтобы эту огромную коробку уже отнести на свалку. Видите, сколько она места занимает. Также у меня здесь сейчас лежат, вот посуду нужно спустить мне в цоколь, и игрушки, которые нам уже не актуальны, или Маша в них плохо играет, тоже убираю вниз, убираю в цоколь. И когда мы там вырастаем, я понимаю, что все, окончательно интереса нет, мы ими не пользуемся, уже отдаю в добрые руки. So hold me tight. Just us two, me and you. На консоли тоже нужно протереть пыль, поэтому убираю все, протираю влажной тряпочкой. Ну и, девочки, на сегодня практически все. Мне остается спустить чемодан, убрать пылесос, который у меня для чистки мебели, такой для домашней химчистки, убрать одежду наверх, развесить все это по местам. И мне остается только помыть дверь в санузел, потому что есть потеки, есть следы отпечатки пальцев. Кстати, как я мою вот такие темные двери? Я беру просто средство для мытья посуды, потому что он растворяет жир, а вот эти отпечатки пальцев как раз-таки замечательно убираются, не надо никакие специальные там полироли, еще что-то. И протираю насухо влажной тряпочкой. Ну, естественно, смывая средство, еще раз прохожусь влажной тряпочкой, и все, у нас чистые двери, и вот эти вот темные двери без никаких пятен у нас получается. Дорогие, закончила уборку, теперь чистота, порядок, я очень довольна, в доме прям дышаться стало легче, лучше, и смотрю и хочу выстирать тюль, выстирать шторы, вот знаете, что прям такая была звенящая чистота, хрустящая, и окна, возможно, помыть, тоже было бы здорово перед холодами, пока еще температура позволяет, вот. Ну, если будет возможность, я обязательно это сделаю и также поделюсь с вами видео. На сегодня буду заканчивать. Надеюсь, что мотивация вам понравилась. Вы действительно вдохновились на чистоту, порядок, зарядились. Желаю всем отличного настроения, хороших выходных. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Также мои видео доступны к просмотру в ВК. Подписывайтесь на мой Телеграм, ВК-сообщество. Всем пока-пока!